Тут придется поебаться. Если ты съебешь, я заеду. Ну ты можешь туда проехать, там меньше. По канаве проедь, вон там боком заедешь. Там на выход можно. Поздно, за газ надо крутить. Подос, тебе надо сходу газ крутить. Не-не-не-не-не, надо газу, скорости. Вадим, ты так не заедешь, надо скорость. Надо больше скорости. Вот я там в этой канаве тоже застрял нормально. Тебе скорости надо больше и заедешь спокойно. Так у меня траектории сейчас нет. Почему? Вот, у тебя есть траектория. Отсюда у тебя вон там кочечка и направо сразу выкручивай, только на скорости. Тебе надо разгоняться, блин, вон оттуда, вот с канавы. Понятно. Ну а что ты так медленно едешь? Ты мог на горку там заехать, тоже можно было. Давай, еще раз. Хорошо, что я кофту не одел. Я уже теку. Это последние моменты, которые я могу снимать. Потому что, судя по всему, батарейка садится. Отсюда уже, в принципе, заедешь. Только газ крути на второй сразу. А вот это? Ну, чуть-чуть, да. Да. Не, ну можешь... Я думаю, хватит. Если вторую, выкрути по камням. Вот колесо на камни поставь переднее сразу, чтобы ты не по корма не поехал, не по этому. Не по говну, а сразу вот по камням, видишь? Я отсюда поеду, внешний. И через грязь, чтобы вот так упереться в стенку. Ну давай. Пусть у тебя, ну, да отсюда ты тоже заедешь. Тронься, а потом выкрути ручку со второй и заедешь с места. Прыгнул, подожди. Прыгнул зря. Так когда сползал уже. Ноги скользкие. Не, давай заново. Не хочу подскакивать. Не, заднее колесо выкинь. Идет. Вот что тебе надо тренировать, горки. Вадику нравится валяться в грязи. Пять часов говорили, light enduro говорили они. Эндуро — это классно. Может, я заеду?
будешь пробовать. Я понял, тебе надо было просто поваляться, да, в грязи. Это легко ехалось. Судя по всему. Только я не знаю, куда ехать дальше. В ту сторону? Судя по следам. Ну как бы да, там уклон меньше. Если отсюда съезжаешь, туда проще заезжать. Плюс тут как бы, ну, вариантов много. Ты медленно подъезжаешь к горке, начинаешь, ну, ты как бы на 2Т ездишь. Как я. Он не крутится, но ты газ крутишь, он все уже остановился. И он только на посередине горки начинает набирать обороты. Попей водички, отдохни. А туда нет дороги? И вот куда-то направо тропинка. Нет, тут все заросшее. Они оттуда едут, туда едем. Я там также страдал, у меня как раз в горку подъем с места, не мог заехать. Но потом победил его. Ну да, туда, наверное. Налево более свежий следы. Thank you.
Вадим! Мне кажется, мы удаляемся в карьер, как бы с той стороны, нет? Ну как бы вон следы есть какие-то. Вадим! Трасса пошла, вот эти подъемы, на которых они снимают. Вон друзья едут. Ну. Они сюда едут, да? Сюда. Да, вон те подъемы. Мы поедем за ними. Они, правда, поедут по нашему маршруту. Mm-hmm.